Всем привет подписчикам, гостям моего канала. Представляю вам фильм «Охота на турпана на Колыме». В фильме будет много стрельбы, много экшена, не будет тематики кухни, не будет экспертных каких-то суждений о снаряжениях, о патронах, оружиях. Только стрельба, только утки. Итак, поехали. Вот мы приземляемся на вертолете в аэропорту Зырянка, который в период половодья по обыкновению своему всегда бывает закрытым. Перекидываем свои вещи в трактор, и вот мы уже на озере. Не успели мы поставить наши манки, как на озеро неожиданно откуда-то пришли два турпана. Вот они кружат над озером, летят над водой, ищут место, где бы посидеть, попить водички. Слышно, как Денис за кадром пытается подманить их, но тщетно. Они кружат над озером и уходят к тому берегу. Наступает утро, и начинается охота. Еще бы немного, она попала мне в лицо, эта уточка. А на утро ко мне прилетели эти утки. Вот слева, смотрите, это хохлатая чернить, а справа более крупная, вот морская чернить. Вот крыльями машет морская чернить. Вот наши манки, посмотрите, какие деревянные, очень крупные. Эти утки, наверное, так смотрят на них и удивляются, что это за утки сидят.
Вот только что прилетел нырок, хохлатая чернить. И у нас есть неписанное правило не стрелять в сидячую утку. Ну, мы даем ей возможность взлететь и только потом стреляем. Рано утром на озеро прилетела стайка нырков. Вот она заходит на круг, пролетает над Денисом. Огонь. Есть. И пролетает мимо меня. Но я только снимаю видео. Это повтор с экшн-камеры. Все очень скоротечно. Скорость суток на вираже очень большая. Вот Денис сидит уже в лодке и добирает подранков. Вообще добрать подранка, особенно нырка, это очень проблематично бывает. Утка очень крепкая, хорошо ныряет. Бывает, ты подстрелишь ее одним патроном, а она подранок ныряет, и ты за ней ходишь, потом плаваешь. Ждешь, когда вынырнет, стреляешь, и снова она ныряет. И так можно потратить на нее 5-10 патронов. Слышите голос за кадром? Это Денис подманивает турпана. И сегодня у вас есть бесплатная возможность научиться подманивать уток. Вот именно утку турпана и нырка. Так что пользуйтесь моментом. Денис очень опытный охотник, и он вас научит четко подражать этим уткам. И не нужен никакой дорогой плюрифон или еще какой-то другой электроманок, который запрещен во время охоты. Это моя студия. Штатив стоит видеокамерой. А я тем временем пошел собирать уток. Вообще ветка — это самый лучший транспорт для езды по Колымским озерам. Она очень легкая, быстрая, маневренная. Но есть один нюанс. Чтобы на ней ходить, нужен навык. Потому как она очень верткая, нужно постоянно держать баланс, чтобы не нырнуть в холодную воду. Особенно рискованно вот для новичков стрелять в этой лодке. А если еще и стрелять в сторону, то на это нужен довольно хороший опыт, ну и хладнокровие. Ну а эта утка, на которую мы охотимся, ее общее название, ну, нырок, но правильно называть ее морская чернить. Это довольно крупная, мясистая и очень вкусная в кулинарном плане так, уточка. Ну а я пошел дальше собирать уток. А пока я собирал уток, прилетел еще один нырок. Вот он. Thank you.
А это, собственно, та утка, ради которой мы проделали такой долгий путь. Это утка Турпан. Турпан горбоносый. Желанный трофей всех охотников. А это, знакомьтесь, и Денис, собственной персоной, лучший стрелок Колымы. Солнце мешает. Это был повтор предыдущего момента с экшн-камеры. На Колыме погода очень изменчивая. Утром может светить солнышко, будет жарко. Днем пойдет вдруг дождь, а к ночи вообще выпадет снег. Это постоянное такое явление там. То есть прогнозировать что-либо по погоде вообще невозможно. Ну а что делать? Нам, охотникам, приходится сидеть в скрабках на любую погоду, ждать уток. Вот посыпались откуда-то с неба три утки. Смотрим повтор. К вечеру распогодилось. И к Денису прилетели два селезня Турпана. Давайте посмотрим повтор. Это уже я снимаю со своего скоротка, как эти два селезня летают и в конце концов налетают на Дениса. Вот и подошел к концу сезон охоты на Турпана. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, отзывы. Всем здоровья,
До свидания, до скорых встреч, пока!